Вернемся до истории с участком компании «Утилизатор», який находится в Гомельском районе. Нагадаем, жыхары вёскі Лопатина выказывали незадоволенность суседством с предприемством. Яго кіраўніцтва и районные улады еще на початку червеня огучили решение. Вытворчий участок перенесуть у найкоротейший термин. Гэты процесс пильно контролируется. Подробязности у наступным сюжете. Скарги вяскоўцаў на дискомфорт, які выклікае дзейнасць прадпрыемства, не могли застаться незауважанными. Органы улада оперативно отреагавали на их. Кіраўніцтва компании пошло на компромисс и сгодилось перенести участок вытворчасці. После шэрагу контрольных мероприемств высветлилось, народная незадоволенность не безгрунтовная. Предприятие нарушает инструкцию по обращению с отходами, также нарушается складирование образовавшихся отходов и готовой продукции. За это уже на сегодняшний день привлечены как должностные лица самого предприятия на общую сумму 50 базовых величин. Кроме того, выявлено, что предприятие допущено нарушение экологической безопасности и начат административный процесс. Так само Гомельский областный комитет природных ресурсов и аховы навакольного осяродзя инициировал пропанову откликать у предприемства экологичный сертификат. Пытания до утилизатора узникли и у областной санитарной службы после знакомства с нормативно-техничными документами. Санитарная служба увидела, что нормативные документы не отвечают действительности сегодняшней ситуации на этом предприятии. Напередодні завод наведал старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей. Керовник в области дал доручение расчистить утилизатор до 15 липня и кончатково вызначиться с новым местом размещения. Директор предприемства взял обязательство у найкоротейший термин вызволить территорию. Зараз тут проходят разгрузочные работы. Менеджмент компании переориентовали на узмоцненный сбыт. Новая пляцовка утилизатора узгоднена и проходит регистрацию. Частично при ее подготовке другой площадки будет использован для собственного потребления этот материал. Подготовлено твердое покрытие, площадка будет огорожена, и прием отходов будет осуществляться на, скажем так, новую площадку. С гэтага дня предприемство «Утилизатор» не имеет права завозить и выконывать перепрацовку отходов. Новину огучили вяскоўцам на сходе каля мясцовой школы. На сустрэчы с представниками улады жыхары Лопатина пераканаліся. Их интересы уличены у першую чаргу. Конструктивный диалог вырашил усе разыходжанні. Новый вытворчий участок завода будет працовать с выкананием усіх необходных нормов. Миколайский Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».